Всем привет, Кент на проводе, и сегодня у меня мега хорошие новости, потому что именно сегодня, ребята, запомните этот день. Кент АПК открывает свой клан в игре Black Strike под названием Бойскауты. И в мой клан может вступить каждый. Давайте сначала вам скажу, что же необходимо сделать, чтобы вступить в мой клан. Все пипец как просто. Внимание! Смотрите в описании. В описании есть ссылочка на группу. Вы переходите. Дальше. Нажимаете кнопочку «Подать заявку». Я вас принимаю, и все, вы в моем клане. Ребята, неважно, какой вы левел. Вообще ничего не важно. Самое главное, чтобы вы были моим подписчиком. И самое-самое главное, чтобы вы были адекватным человеком. Что же вы получите, вступив в мой клан? Вы получаете много хорошего настроения, вы получаете общение со мной, вы получаете разные плюшки, вознаграждение от меня, разные конкурсы, голоса. То есть, к примеру, вы мне сливаете какой-то баг, ну это к примеру, я вам взамен даю набор стикеров. Ну как по мне, очень даже неплохо. Но это далеко не все, потому что мы будем тренироваться, мы будем играть, мы будем веселиться. Короче, ребята, вступайте в клан, будет весело. Ссылочка на группу есть в описании, то есть вы переходите, нажимаете кнопочку «Подать заявку», уже повторяю второй раз. И изи-бризи, вы, ребята, в моем клане. Вот, ребята, наш первый соклановец, это Лорд Феникс, он уже состоит в клане «Бойскауты». Также в моем клане, ребята, у нас будут проводиться разные турниры против других кланов. Ну, конечно же, ребята, турнир первого левела я брать не буду, буду брать тех, кто более-менее прокачан. Но, ребята, суть в том, что вы можете вступить в мой клан с первого левела, прокачаться и потом участвовать в разных турнирах против других кланов. То есть, ребята, как по мне, очень классная перспектива, поэтому жду вас всех в моем клане. Еще раз повторюсь, что, ребята, все ссылочки будут в описании. Если вам не сложно, то, ребята, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. То есть, если впервые на моем канале, то, ребята, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь. А с вами был ваш Кен. Всем удачи и всем пока.